Здравствуйте. Вот похоже у нас пришла зима, подходит, пришла ли, начинается ли. Потому что вон все снегу, сантиметров, наверное, 10 снегу подвалило уже, пухлого такого. Вот еду проверять капканы на куницу. Пока ничего нет, вот тут капканы стоят как бы на переходах. Сейчас вот эти капканы пойду смотреть. Вот, еду, как бы тяжеловато идет. Он тут закрыл, сейчас подвижу просто, прикрыл, то снегом добивает, на ремни буксует, ремни буксует. Вот так вот у нас зима пришла. На вездеходе ездить тяжеловато. На снегоходе еще ездить не получится, потому что вот у нас такие вот просторы. Вот, красота такая у нас. Вот. Такие вот. Вот, закрыл тут все сейчас. Стало лететь-то, получше стало ехать, а то все, ремни буксуют, ехать плохо. Ладно. Вот такие же дела, у меня посылочка пришла. Вот. Сейчас можно с тобой не распечатать, сейчас посмотрим, что мне там пришло. Сегодня утром приехал, он заехал, посылку забрал. Сейчас посмотрим, что там пришло. Под топором открывали все. Кто-то поехал, думаю, нож забыл взять. Я думаю, забыл взять. Ножик взял, забыл. Сейчас ничего страшного, распечатаем. Было бы что распечатывать, разберем. Так. А пришел вам термос. Ну, упакован хорошо. Вот такой пришел нам термосок. Запаковано, залеплено. Пришел нам вот такой термосок Стэнли. Термос. Ой. Термос, как говорится, для еды. Ну, кружка такая красивая. Стоять. Во. Там еще какие-то инструкции. Крышечка хорошая, плотная. Там инструкция, не по-нашему. Что там инструкция? Такой термос маленький, удобненький. Термос для еды. Вот. 15 часов хранится теплая, горячая пища там. Как бы при. Ну, это как. Зависит, конечно, от количества, чем полный, да. Вот меньше, там больше это, чем для полный. Он держится, думаю, больше будет. Вот так вот. Что вот горячее, что холодное, 15 часов вот тут держится. Вот такой термосок. Мне как бы для этой цели очень нужен такой термосок. Маленький, удобненький. Ну, красота, конечно. И крышечка. Можно и для еды, можно есть там что-нибудь. Кофе, чай туда. Залить все равно. Термос есть термос. Так вот. Удобные штуки, конечно. Маленькие, удобные. Кузенькие. 700 грамм. Я заказывал на 700 грамм. Хватит, потому что. Так вот. Вот. Потому что, если. Ну, если не надо будет, конечно.
тысячу. Ну вот я как бы пользуюсь, езжу далеко, все в дорогах бывает. Неплохо взять вот с собой термосок горяченького там поесть и покушать день дорогой. Вот. Вот такой термосок вот ходит у нас. Я думал, сперва большой какой-нибудь, ну так, ну гранж огромный будет, термосад эти. И ходит там две ложки. Хотя, видите, такой и стальной, нержавейка стальная, похожая. Ничего не сделается. Самый раз вот в таких условиях возить, не сломаешь, ничего. А раньше были термоса, их надо вот в руках держать, не дышать на них. Сколько раньше термосов, на охоту пойдешь и что. Где-то что-то подскользнулся на лыжах, упал, стукнул, все, термос сломался. А это можно термос сказать, вечная гарантия. Ну там на резинке может что-то повредить еще, а так вот что, железо. Железо есть и железо, она везде железо. Ничего вам не сделается. Так вот, официальный сайт там, stanleyrussia.ru. Так, ссылка будет на этот термос, там в описании под видео. Промокод будет там для подписчиков, там кто этот будет решить заказать, скидка будет 15%, 15% скидка, это, конечно, ощутимое. Купил термос, значит, на заправиться хватит, если его там еще что-то купить. 15%, конечно, скидка ощутимая. Вот такой вот у нас термосок. Пришел термос для пищи, для еды, или как там сказать. Так что хороший вот подарочек кому-нибудь даже. Если кто-то зашит, зайдите у нас по ссылке, зайдете, посмотрите. Я говорю, может понравится. Я говорю, мне понравился, удобно, маленький такой. Не такой громоздкий, а такой удобный. И главное, 15 часов еще держит. Все нормально. Мне аккуратно хватит вот сейчас вот. Здесь как бы мало останавливаешься, а вот зимой, то есть весной особенно, уезжаешь на целые сутки бывает, готовить что-то, все делать. Ну вот взял горяченького, да, перезакусил, и опять все нормально. Хорошо вот так что. Вот, ладно, вот такой вот термосок. Так что вот смотрим. Вот поближе покажем. Конечно, ссылочка будет в описании. Переходим, смотрим. Может кто-то и купит. Конечно, удобно, удобно. Чтобы нечего сказать. Вот так вот. Ладно, сейчас пойдем дальше капканы проверять. Что-то пока что не идет. Ну. Посмотрим, что как дальше, может где-то повезет. Так что. Так, залажу в такой дебри. В тот раз проходил тут капкан. Как бы. Вот тихо, так вот, что-то тут находится. Так. Следов вроде здесь пока не вижу. Куницы. Так вот. Пойдем посмотрим следов куницы вроде по сторонам. А вон тут сюда след куницы вроде старенький был. Нет, вроде так. Ладно, идем посмотрим капкан проверить. Опа! Здорово! Нифига себе! Вот, ребята, повезло нам! Повезло! Ой, а я уже все засомневался, думал, все, что-то не попало, думал. Мне кажется, повезло. Ой, какой котяра здоровый. Здоровенный котяра попал. Здорово. Ух. Ничего себе, да, котяра попал. Здорово. Вот смотрите, как капкан ловит. 120-е. Все, ловит пополам. Никакие, все, он удушевляет сразу. Вот все здорово, конечно. А я уже все запечалился, думаю, бензину сегодня столь спалю.
Ой, здорово, конечно. Я очень доволен. Все равно переходные места у меня работают. Так, сейчас капканчик отвязываю. Принесу другой, поставлю сейчас капканчик. Там сходить еще надо проверить. Дальше капканчик у меня недалеко стоит. Вот такой котяра попал. Это мне очень радует. Я вот капкан снимаю, тут мне палка сейчас зацеплю. Ну, конечно, рукой одной неудобно. Мяско есть, ну, можно еще принести мяска тут. Какой котяр, ну замерз уже здесь. Красота, конечно. Смотрите, какой хвостина. Ну, а лапка так не маленькая. Вот такой хвостина. Здоровый котяра попал. Старый, умный, наверное, был. Что делать? Как говорится, не скажем, чего уже не будем что говорить. Так что ладно, снимаем эту котярку с капканом. Пойдем проверим. Там еще дальше, где кто-то мне говорил, даже глаза видел, что светились из дупла там дерева. Вот эта котяра бегал там. А может и другой будет. Ладно, все это очень хорошо. Ладно, снимаем капкан, идем проверять капканчики дальше. На зима, ну в лесу-то снегу-то немного. Вон, на кустах он весь висит. А в полях-то уже хорошо, ладно. Так, иду проверить, капканчик ставил в этот раз. Там где дерево стоит дуплом. Вот где-то у меня тут капкан стоит, где-то. Кто-то на коряге поставил. Где-то не видел его. Где-то коряги. И вот тут дупло там такое. Ну, никого нет. Опа, тот уже у меня решил мясо украсть из капкана. Видите, горностаи, в тот раз говорил, что горностаи эти, жизни никакой с них нет. Вот. Так что вот, дерево тут стоит, коряги. Может, куницка подходила, там попала недалеко. Да, вот, видите, потащили, никуда спасения от них нет. От горностаев, от мышей этих. Вот все тут выклевали, на капкан положили. Капкан наверняка нет, не сбитый вроде. Как-то здесь протащили, тут дальше не утащили. Тут птицы и склевали, похоже. Вот такие вот дела. Ладно, сейчас мясо оторву, примерзну тут железо и поеду дальше. Проверить тут место у меня как хорошая дорога. Посмотрим, что порадовал. Нет, нет, тут лисички бегают. Что меня порадовало, нет. Я уж вижу, что меня уже порадовало.
Вот из-за дерева. И... Так вот. Там где-то обойти-то. Вот так вот, так вот. Вот лиса подходила, понюхала, но капкан у нее идет, это куница какая темная. Да нет, куница. Хорошая куница. Сейчас жамкнула эту. Нет, все нормально. Вот так вот. Так что место-то рабочее. Кунички тут бегают. Ну, следов что-то не видно, который день уж попала она. Так, мяса там еще полно. Так вот. Так, чем-то куда привязано. Вот этот ящик. Так вот, привязано. Больше некуда было привязать. Привязал так. Так что ладно. Какие кокотивы, да? В острове. Хорошо ползает по деревьям, наверное. Так вот. Темнота светлее какая-то куница была. Это темные. Это поменьше немного. Но все равно хорошо. Хорошая куничка. Вот коряги тут такие. Так что я уже совсем доволен. Надо найти капкан. Это менять тут капкан. Так нельзя снимать. Его не снять и можно шерстью оторвать. Зачем? Лучше я унесу, у меня капканы есть. Иначе капканов штук 20, наверное, куплено. А стоит штук 10, наверное. Может даже нет. Ну может десяток стоит. Ладно, сейчас снимаем ее. И ставим капкан другой. Вот, смотрите, лисы подходят, но они боятся подходить. Даже куница висит низко. Лисы зачем-то боятся подходить к этим ловушкам. Ни разу вот лиса не подошла. На земле было еще, думаю, что подошла, мало ли там, думаешь, лапу сунет, все, лапу поймает, никуда не денется. Нет, ни разу, вот, сколько у меня на земле было ловушек стоит этих капканов. Вот подойдет метров 5, 3 метра подойдет лиса. И больше над капканом не подходит, ни разу, вот сколько. Вот еноты те дикие еще, а сейчас еноты не все спят. Потому что вообще вот теперь где-то вылезут, а то редко. В этих местах енотов как бы есть, но мало очень. Что, вот куничка у меня. Вот, снимаю. Вот продвигаюсь до последнего капканчика, который у меня стоит на этом путике. Издалека уже вижу, что там нет ничего. Не висит никого. Ящик стоит. Пусто пока. Ладно, что, потопаем домой. Ближе к дому, до дома еще далеко парить. Очень интересно, что поснимаю дорогой.
Ладно, все, едем домой. Дорогу тут протоптало немного, потому что лучше ездить было. Туда снег уж наметет. Много уже снегу прибывало. Эти балоружины пролежать. Что-то думал, хреновато было, но ничего, нормально. Вот так вот. Ох, холодновато, конечно. Ну уже все, подъезжай к дому. Осталось до дома на километра полтора, может, километр, наверное, половина. Вот так что проверил капканчики на куничку. Как говорится, не густо, не пусто, но это не, даже очень хорошо. Для меня это отлично попало. Я сперва уже ехал, думал, проверяю, следов ничего нет нигде, думаю. Ну, зря, наверное, съездил. Намерзну, съезжу, бензин сожгу, накатаюсь. А нет, повезло, попалось немножко. Вот так вот. Снежку у нас подвалило немного. Вездеход, конечно, потяжелее идет, но сперва с утра ехал. Бензина что-то намного ушло, но я тут подъезжал. Вот потом закрыл двигатель. Мешком закрыл и все. Стало нормально, что уже сколько проехал. Вот уже, как бы сказать, дома заправился, там заправился. Вот. Не знаю, хватит, нет, до дома. Бак не смотрел, заправлялся уж далеко. Дом остался недалеко. Ну, заправляться, конечно, неохота уже. Холодно. Вот так вот. Надо регулятор убирать, конечно, чтобы газ он был приемлемый, чтобы газанул он хорошо. А после газа где-то надо на газ нажать, он нифига как-то плохо регулятор работает. Потому что это уж к весне. Разберу, выброшу, все нормально. Регулятор все сделаю напрямую, как бы сказать, газ. Я думаю, будет лучше. Потому что где-то в горку еще на газануть стоп резко. А вон, как бы не сегодня надо. Так что, вот так. Завтра, если нормально, может, поеду капканы на бобра, не знаю, сниму или проверю просто. Потому что погода похолодала, холода передают. Я снег уже как-то подсел. На снегоход не так летит сильно, как с утра. С утра очень сильно летело, все везде кружило. Уже снег немножко подсаживается. Так что, ладно. Спасибо, кто смотрел, кто писался, подписываемся, пишем комментарии, ставим лайки. Всем пока, до новых встреч. У нас же темненько встает. О, вот так вот. На капоте варежки хорошо сушить, нагревать. Надо, конечно, все тепло-то в кабину гнать. Ладно, всем пока, до новых встреч.